суд Дирижабльский, сделан, значит, из шиповника, из черной сливы, из маленьких кисленьких сливочек, вот, и из сухофрукта абрикоса. Добавляют трав, зелень, ну, добавляют, и добавляют красный перец чесноком. Чеснок, сладкий суп. Да. Букет такой очень, чтобы не переборщил. Вот стеночка. И еще нужно добавить внутрь лаваш в таком стиле. Тогда это уже будет по всем канонам местных жителей, как кушать этот необычный суп.